Бюджетники Ивано-Франковской области до сих пор без зарплаты. В начале апреля медики и педагоги выходили на митинги и требовали немедленно погасить долги, но их не услышали. У чиновников остался месяц, чтобы рассчитаться с людьми, иначе рискуют потерять свои кресла. Почему, выясняли наши корреспонденты. У медсестры Ольги Бодаряк, как и у большинства медработников, зарплата минимальная. Женщина жалуется, деньги не платят уже почти два месяца. Частинку за березень, можно сказать, аванс. За березень. Дальше кажуть, що можливо, у перших числах можливо доплатять за березень. Це в травні? Так, у травні. Але фінансування вже, можна сказати, 4 місяці нема. На роботу Ольга добирається із горного села. На дорогу туди і обратно тратить полсотні гривень. І зараз денег не осталось навіть на їду. Жити нема за що, можна сказати. Проїзд треба оплатити, бо автобуси не возять задурно. Есть и треба, жить и треба. Все, что можно, уже давно сократили, уверяет главврач Верховинской районной больницы Николай Илюк. Но денег на зарплаты все равно катастрофически не хватает. Ситуация по Верховинскому району найкритичніша. Мы на данный час у нас только 64% выплачено зарплаты за березень месяц. И квітневих лимитов уже немає. Уже травневими видатками мы будем проплачивать зарплату за березень месяц. К тому же остались еще прошлогодние долги. Задолженность за декабрь почти 2 миллиона гривен. Такая ситуация в районе не только у медиков. Без зарплаты и другие бюджетники, педагоги, работники культуры. Кое-где людей даже просят уходить в неоплачиваемые отпуска. Мы не платим замены. Мы просим освітян піти в відпуск за свій рахунок. Хіба це нормальне явище? Це не є нормальне явище, панове. А збирати податки по 50, по 100 гривень за землю чи ще якісь інші податки і платити освітянам зарплату – це є ненормальне явище. Задолженность перед бюджетниками области достигла уже почти 50 миллионов гривен. Самая сложная ситуация в Косовском, Тлумацком и Надворнянском районах. Я готовий з вами їхати в Міністерство фінансів. У мене є чіткі розрахунки, я їм покажу, де у них помилки. Це не складно. Один раз поміняти формулу, дати 100% забезпечити освіту, охорону здоров'я на місцях. Руководитель области призвал председателей районных администраций найти внутренние резервы, чтобы погасить долги. Дал чиновникам всего месяц, иначе грозится всех уволить. Розмова буде короткою, Роман Михайлович. До кінця травня? Або платимо гроші, або звільняємо місце. Вместе с тем депутаты облсовета намерены еще раз просить центральную власть о дополнительном финансировании региона. Андрей Кравец, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Івано-Франковская область.